du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'associe cette époque à des mots. Des mots simples, aujourd'hui vidés de leur sang et de leur sens, mis au rancard. Autrefois fort et qui allait droit au but, clair comme le ciel par-dessus les toits, la course d'un facteur à vélo à travers champs. Des mots et des images aussi, autrefois associés à mon enfance. Maintenant, je sais qu'ils signifient pour moi le bonheur, tout simplement. Режиссер Пьер Гронье де Фер. Давайте, давайте. Смотри, куда бежишь, малыш. Прости. Беги, выпей чего-нибудь горячего. Привет, Сесиль, привет, Дора. Черт. Туше. Разошлись. Убери руки. А варенье будет? Идите, принесите. Сесиль, ты не видела белую скатерть? Мне ее тетя Агюстина подарила, нигде не могу найти. Я не видела. Где же она? Сегодня гости будут? Друзья вашего отца. Я графин разбила. Ничего. Значит, ужин готовят не для нас? Нет. Ну, конечно. Она в сундуке. Я же в нее канделябры завернула. Сесиль, на меня сегодня не накрывайте, я поужинаю в городе. Где он деньги возьмет? Он гулять идет. У нас в Варшаве так говорят. Береги ты курочек, наш петушок погулять вышел. Франсуа, я сказала во двор. Дора только что пол натерла. Давай живо. Иди. Жермен! Жермен! Ты не забыл про мое дерево, Жермен? Конечно, нет. Ну? Ну, я еще не нашел. Да? Терпение, малыш, терпение. Я придумаю что-нибудь, обязательно придумаю. Хорошо? Ель, это так красиво. Они здесь расти не будут. Ну, тогда сосна, они же похожи. Да, ну тогда тебе придется отказаться от цветов. А ты ведь любишь цветы, я знаю. Раньше ты тоже цветы растил? Да нет, у себя на родине я сочинял разные слова. Разные слова? Ну да, я сочинял истории. Смешные истории? Нет, мои истории были скорее серьезные. Я бы и смешные тоже писал, но у меня никогда не получалось. Я бы их с удовольствием писал, но не получалось. Такое бывает. Это же стихи, понимаешь? Стихи. Франсуа, иди сюда. Жюльен, твоя дурацкая музыка мне действует на нервы.
Прошу вас, проходите. Это очень любезно с вашей стороны приютить нас. Очень приятно. Кристина! 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 Я сейчас иду. Они пришли, я их видел. Ну, голос совсем как у Доры, это очень приятно. Они тоже иностранцы? А черного человека нет? Ну что, спи. Черный человек. В моей памяти навсегда останется эта таинственная тень, появлявшаяся в нашем доме только по ночам. На нем всегда была черная шляпа, которая была надвинута на лицо, и поэтому я был уверен, что лица у него просто нет. Исчезал он так же таинственно, как и появлялся. А еще была мадам Руссель. Франсуа, все слова, которые оканчиваются на «юа» и «аю» во множественном числе, они всегда оканчиваются на «икс». «Икс», «икс», «икс» и «икс». Ты меня слушаешь, Франсуа? Да. Что я сказала? Я не помню. Не забудь в следующий раз конверт. Да-да! Ну вот, еще и шина. Ты задержался. У меня шина спустила, мама. Мам, ну что, малыш, что с тобой такое? Я больше не могу. Что, мадам Руссель? Она тебя отругала? Нет. Вот и видишь. Я ее боюсь. А ты делай побольше ошибок, и тебя отдадут какой-нибудь старухе. Антуан, тебя никто не спрашивал. Ты сам не знаешь, что говоришь. И вообще, что ты читаешь? Где ты это взял? В библиотеке отца. Тебе еще рано. А ты что, читала? Все, хватит. Идем, я дам тебе пирога. Берегите курочек, наш петушок погулять вышел. Откуда ты это взял? Из Варшавы. Я нашел ее в лесу. Она вырастет? Ну, к этому Рождеству нет, а к следующему да. А если мы уедем? Уедем обратно в Париж. Тогда мы оба умрем. Я пошутил. Не надо так шутить. Зачем ты дал ему эту книгу? Почитать. Но почему именно эту? Это то, что ему надо. Он невыносим, а еще это мадам Руссель. А что с ней? Почему ты нас в Париже не познакомил? Я занимался ее завещанием. Я ее едва знал. Так ли уж едва? Кристина, сними лучше это. Не облизывайся, как кот на сметану. Как кот на сметану? Это ко мне. Я ненадолго. Что ты здесь делаешь? Я забыл спустить. Иди в кровать.
Кто? Добрый вечер. Добрый, я не мог вас предупредить. Ничего. Ты наденешь его сегодня вечером? Мадемуазель, вы танцуете? Конечно. Как впервые, Максим? Да, на мое 15-летие. Что такое, Максим? Лучшее место в Париже. Там сейчас одни немцы. А эта деревенщина лучше? Он пошутил. Чтобы быть остроумным, нужно хоть немножко ума. Так сняло. Это чтобы быть смешным? Привет, месье. Полбака. Хорошо. А талон потом отдам. Хорошо. Новости с фронта. Сталинградская битва. После переправы через Дон войска маршала фон Блока вышли наконец на степные просторы. Первая германская танковая дивизия вышла на окраину города. Авангард оказался отрезанным от основных эшелонов и закрепился на западном берегу. Это позволяет им контролировать переправу через реку. Мама, что? Я писать хочу. В кино туалета нет. Мне правда надо. Тогда иди в кафе. Извините. Что случилось? Дело плохо. Немцы перешли границу. Буферной зоны больше нет. Завтра они будут здесь. Черт. А Эрцберги? Что, Эрцберг? Они сегодня ночью уезжают. Никто не должен знать, что ты их прятал, иначе к тебе первому придут. А Жермен, Дора. Игры закончились. Это прелестно, но малыши уже засыпают. Пускай веселятся. Извините. Ничего. Здравствуйте.
Здравствуйте. Привет. Как дела? Спасибо, хорошо. Это не твое? Вот видишь. Да просто она перебрала. Смотрите, с ними мальчик. Да, это Эрцберги. Эрцберги? Какое имя смешное. Сюда. А это черный человек, у него всегда так шляпа надвинута. Ерунда. Это он всегда так одет. И лицо он всегда прячет, и вообще. Игры закончились. Сколько мальчику? 8, как Франсуа. Мака Хань. Давайте живее. Мы опять опоздаем. Давай быстрее, Франсуа. Я стараюсь. Павел. Auf dem ersten Stock.
Мы уже знаем. Их сотни. Солдаты все с автоматами. Они мылись в фонтане. А один ходил от нянем на велосипед. А еще у них полно танков. Это не танки, это броневики. А автоматы у них 105-го. Идите и возьмите себе пирога. А с тобой мне нужно поговорить. Заходи. Что я сделала? Ничего. Садись. Не бойся, я тебя не съем. Я просто хочу кое в чем разобраться. Хорошо. Итак. Во-первых, где-то слышал фамилию Эрнберг. Эрнберг? Да. Я не знаю. Но ты рассказывал о них близнецам. Кафе, наверное. Когда мы были в кино, я захотел писать и... И? И когда я ходил в туалет... Пошел. Когда я пошел, там был ты с черным человеком. С черным человеком? Человеком в шляпе. И ты подслушал наш разговор? Немножко. А что еще ты знаешь про Эрнбергов? Что они уехали вчера ночью. А кто еще про них знает? Ты и Бастин с Мишелем. А кто еще? Кто еще слышал про Эрнбергов? Я не знаю, никто. А в школе ты никому не рассказывал? Ну, нет. Франсуа, послушай меня, я не буду тебя ругать. Просто это очень важно, знать правду. Если ты еще кому-нибудь сказал... Я никому не говорил, только Бастиану и Мишелю. Ты уверен? Да. Это вопрос жизни и смерти, понимаешь? Да. Ни своему лучшему другу, ни взрослым, ни учителям. Никому, понимаешь? Никому. Даже маме? Никому из чужих, разумеется. Если я узнаю, что ты проболтался, я буду неумолим. Ты что, убьешь меня? Не говори ерунды. Но из-за тебя могут умереть другие. Кто? Люди, которых ты не знаешь. Смелые люди, наши друзья. Так значит, война по-настоящему? Не двигайся! Внимание! Да не так! Не так! Смотри! Ну смотри на меня! Теперь! Вот так, теперь я умер. Послушай мое сердце. Вовсе ты не умер. Перестаньте кататься, это нечестно. Франсуа. Франсуа, я тебя мама ждет. Теперь я понимаю, почему ты так хотел поехать с нами. Почему? Потому что у тебя там подружка. Она не подружка, мы в войну играли, да? Ты видел, чтобы солдаты когда-нибудь щекотали друг друга? Франсуа!
Джорджи, иди сюда. Смотри и слушай. В одной далекой-далекой стране жила королева. Королева Эльза. Она была добрая. Очень добрая, но одинокая и печальная. А в соседней стране король ждал свою королеву. Король Густав. Он прошептал ее имя ветру. Королева полюбила короля, и они поженились. Король и королева сыграли свадьбу, а потом у них родилось прелестное дитя. Извините, что беспокою вас. Ничего, если мы попробуем еще раз. С удовольствием, хоть какое-то развлечение. Значит, по моему сигналу. Да? Готовы, Жоржи? И внимание. Давайте. Минутку, подождите. Не так резко, не надо ее дергать, она сама поедет. Сама. Вот так, видите? Это так же легко, как вытащить птичку из шляпы. Держи. Все понятно? Франсуа, что ты здесь делаешь? Почему не спишь? Твоя комната наверху. Быстро. Мама Митари оповедовала в Варшаве. Один там был. Я уж там была, но не место нести. Напиши, Дора. На здоровье. Сюда. Мы вспоминали свою первую любовь и кондитерскую в Варшаве. Дора жила совсем рядом с мамой. Смешно. Надеюсь, они живы. Хозяева. Воспоминания. Я тебе завтра расскажу, когда в голове прищит. Ты совсем пьяна. Чуть-чуть. Самую капельку. Вані, увані, малуване джечі, ні єдна паненка за вами волечі. Ей-гей, увані, малуване джечі, ні єдна паненка за вами волечі. Это песенка про девушку, которая напилась, чтобы погасить огонь в своей душе, потому что ее любимый ушел. Я отнесу и тебя, и твою душу. Тихо, тихо. Нежна вдова, за вами увани. Я сама. Я так не думаю. Дора, ты тоже идешь спать. Я не могу спать с тех пор, как они... У нас ты в безопасности. Солнышко уже встало, птички уже за червяками отправились. Уже 7 часов? Ну, давайте. Будильник еще не звонит. А где мама? Она заболела? Мама после Польши отсыпается. Давайте под душ, чтобы проснуться.
Все, они уехали. Мы выйдем отсюда, хочешь? Хочешь? Что ты там высматриваешь? Ничего. Я на Луну смотрю. Ты потом выкопаешь обратно? Да. Или ты? После войны. И мы снова будем евреями. Мы будем звездами. Там есть мальчик, о нем никто не знает, а я его видел. И когда ты его видел? Ночью. Во сне. Мириэль! Мириэль! Угадай. Что ты там увидел? Ты что, в этом кувшине мальчика увидел? Нет. Просыпайтесь! Да что там? Тигр проснулся. И другие тоже. Волшебная мандрагора! Бенгальское привидение! Со своей пантерой! Франсуа Мюрриэль! Иди загони скотину. Уже. Да, беги на задний двор, беги. Хорошо. А ты иди в подвал, скажи им, чтобы спрятались. Только через черный ход. Руки. Мама говорит... Ты девочка? Мама говорит, чтобы вы скорее прятались. Быстро. Он говорит, у вас большой дом? У меня и семья большая. Что теперь будет? Ничего, они просто дом смотрят. Может, они забрать его хотят? Они не могут просто так взять и отнять у нас дом. Кругом полно пустых домов. Дом доктора Липпина, да ты замкнут. Так что выбор есть?
Это самый красивый. В нем нет отопления, зато до города близко. Какой пессимизм? А ванна? К сожалению, внизу ванны нет, это непрактично, герр-генерал. Правда, есть туалет. Дора, выпей апельсинового сока. Чего ты смеешься? Ты иногда так скажешь. Уходят! Вот видите, и беспокоиться не о чем. В Тулоне все говорят, союзники бомбят день и ночь. Чего ж тут беспокоиться? Все нормально? Иногда мне так хочется отправить тебя в Германию. Мама. Извини. Но иногда ты просто выводишь меня из себя. Он плачет? Он не плачет. Какие они там в подвале? Мальчик, оказывается, девочка. Они кто, из сопротивления? Если с ними ребенок, значит, они евреи. Евреи? А это опасно? Нет, глупыш. Дора ведь тоже еврейка. Дора? Империя всегда, в конце концов, разваливается. Вспомни это русских, римлян. Они захватывают слишком большие территории, слабеют и, в конце концов, погибают. Ты посмотри, что делают нацисты. Они хотят захватить весь мир. Россия, Сталинград, Африка. Русские первые дали им отпор. Смотрите, стирают. Они там весь день будут. Поехали. Давай. Давай ты. Корзину. Плюх. Мы дадим ему что-нибудь, если он сделает. Моих английских солдатиков всех, даже раненых. Всех? Всех. Они тебя не увидят. Представляешь, мы всем расскажем. Прикройте. Конечно. Ой, наш обманщики. Получилось, папа будет тобой гордиться. Ты думаешь? Да. Еще бы. Вы только понимаете, что вы делаете? Вы же жизнью рискуете. А если бы они в тебя выстрелили? Настоящими пулями. Убирайтесь с моих глаз. Живо. Эй, Филипп. Привидение увидел. Садись. Никак не могу от этой чертовой простуды избавиться. Они приходили ко мне, хотят забрать часть дома. Раз хотят, заберут.
В конце недели. Нам повезло. Твой дом выбран для своей штаб-квартиры сам генерал Статлер. Ты шутишь? Имею в виду, он приезжает в субботу. Но это же катастрофа. Наоборот, это прекрасное прикрытие. Кто же будет искать евреев под самым носом немецкого генерала, а? Прекрасно, а это не опасно? Очень? Жоржи, я принес тебе солдатиков. Один ногу в боях потерял. Пусть он у тебя останется. Ты будешь за ним ухаживать. А почему ты подстрижена под мальчика? Это из овши. У меня их много было. Можно мне потрогать? Der kommt ins Wohnzimmer am Eingang links. So, seid euch. Для дела это плохо. Нельзя отнять у крестьян ни силы воли, ни землю. Она права. Сесиль всегда права. Даже тогда, когда она поддавала мне. Обнимала. Я вас гораздо чаще, чем колотила, месье. Вот именно гораздо чаще. Ешь, а то остынет. Меня мадам Руссель никак не отпускала. Мадам Руссель. Это я виноват. Я забыла отдать ей конверт, вот я и попросил Антуана. Я бы предпочла, чтобы в следующий раз ты сам отнес конверт мадам Руссель, Пьер. Надеюсь, тебя она быстрее отпустит. Кто-то сказал, если тебя любят, а ты нет, это тяжкий крест. Анри де Монтерлан. Наставление девушкам. Письмо Пьера Косталь. Мадемуазель Андре Эгбо. Извините, у вас не найдется грелки? Нет, месье. У нас нет ни грелки, ни стрелки, ни дрелки, ни прялки. Извините. Приятного аппетита.
Жутко, правда? Нам их в Париже давали. Нос такой смешной, я бы ни за что тебя не узнала. А у меня была маска Коломбины с волосами. Я ее очень любила. Больше своего собственного лица. Это так весело все время быть другой. А кем бы ты хотела быть? Тобой. Мной? Да. Почему? У тебя есть велосипед, и ты умный. Ты думаешь, я умный? Да, очень. Франсуа. Ты тоже умная. У тебя хорошие волосы. Мягкие, как у цыпленка. Франсуа, иди сюда. Спрячь, а то мама ругаться будет. Если мы вернемся до темноты, я еще приду, хорошо? Хорошо. А ты не пойдешь? Нет, я сторожу. Какой молодой. Немцев здесь все равно нет. Чисто символически. Совсем как дерево, что заставил меня посадить твой брат. Тоже символ. Правильно? Дерево всегда символ. А где это дерево? Ну, оно там рядом с садом. Он уже забыл о нем. В его возрасте о таких вещах быстро забываешь. Наш ангел-хранитель раскрашивает велосипед цвета неба, а вокруг все залито лучами заходящего солнца. Оно распаляет мужчин, которые сражаются за свое счастье. Пойдешь на праздник, Жермен? Да, я пойду. Пойду. Кончилось! Мы оглушили его, прежде чем перерезать горло, но только начали резать, он вдруг пришел в себя. Жоржи. Жоржи. Иди есть. Твой друг сегодня не придет. Еще не поздно. Иди. Ну. Смотри, какие хитрые спрятали. Ha ha ha!
Esperanto. Ekzemplo de bienvenko eren tute kontenta pri. Прекрасное вино, благородный напиток. Смотрите, какой цвет. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье, мадам. Ваше здоровье, мадам. Спасибо. На что, 13 за столом? Нет, нет. Сейчас Жермен придет, это его место. Дай мне. Не трать зря батарейку. Там что-то есть. Похоже на велосипед Жермена. Да. Да, это его. Стихи. Его нож. Что случилось? Ты что так рано поднялся? Марш домой, а то простудишься. Мы никогда больше не увидим Жермена. Это немцы сделали с его велосипедом. Она отдала свое ожерелье Максиму. М. А. К. Я знаю, мой брат там был. Но ты же не можешь отдать ожерелье ресторану. Максим, это еще и имя, мужское имя. Соберись, Пьер. Я Франсуа. Это мой отец Пьер. Какая разница? Имя это очень важно. И да, и нет. На свете сотни Пьеров. Но Пьер Дандье всего один. К несчастью. Почему к несчастью? Я пошутила. Я сказала глупость. Учителя все время глупости говорят, потому что им очень надоедают маленькие упрямые мальчики. Итак, я сказала Максим. М-А-К-С-И-М. Это не ресторан, это любовник. Я хотела сказать имя. Здравствуйте. Здравствуйте. Там. Здравствуйте.
Привет. Снег, это так красиво. Вот это тебе. Духи из Парижа. Спасибо. Хорошо пахнут. Я сделаю. Мне будет не так больно. Нет, я сама. Я наплюю на них, чтобы лучше блестели. Мне сухой никогда не достается. Антуан, это ты тащил у меня духи для твоей красотки. Я к ним вообще не притрагивался. Ну, флакон пустой, я же не дура. Ну, тогда назови меня лжецом. Кто еще мог это сделать? За мадам Мусель не мальчики ухаживают. Не смей трогать мои вещи. И возьми в следующий раз ножницы. Побреешься быстрее. Ну и характер. Жалко, что мы ангелов в Париже оставили. Так красиво всегда было. Иди, Франсуа, то в школу опоздаешь. Отец тебя в машине ждет, и беги. Сесиль, Дора сюда еще надо повесить. Подожди. Передай ей вот это. Мы ей на прошлой неделе заплатили. Это письмо. Хорошо. Я совсем забыла, но ты заходи. Я сейчас переоденусь, всего минуту. Папа просил передать вам письмо. А? Ответ будет? Ответа не будет. У тебя его глаза. Да, я знаю. Я сейчас вернусь. Клодин, я думаю, тебе лучше вернуться в Париж, иначе нам обоим будет все труднее. Поверь мне. С тех пор, как мы покинули Париж, наши отношения стали другими. У меня не было выбора, и я не хочу оскорблять свою семью.
Снимай пальто. Да что с тобой? Словно привидение увидел. Вы умеете фокусы показывать? Нет. Это просто пасьянс. А ты умеешь фокусы показывать? Немного. На, покажи мне. Это поможет нам отвлечься. У меня не очень получается. Я хочу, чтобы ты поняла. Ведь раньше мы всегда понимали друг друга. Это мне Густав показал. Густав? Он живет у нас в подвале. Только это тайна. Не говорите никому. У него есть дочь Жоржи, такая же, как я. Если немцы узнают, они их убьют. Жермен уже пропал. Они ненавидят евреев. Я обещал папе никому не говорить. Я никому не скажу, обещаю. Это будет наша с тобой тайна. И давно они у вас? Месяца два. Только они не в доме, там сейчас генерал. Они в подвале, так безопаснее. Папа придумал, как им прятаться, если генерал захочет туда пойти. А вы знаете евреев? У меня были друзья евреи. Ну давай, показывай свой фокус, а потом за работу. Десятка пик. Пятерка червей. Бубновая дама. Бубновая дама. Я забыл. Папа меня убьет. Франсуа, я клянусь тебе здоровьем своих детей. У вас есть дети? Я хотела сказать своей матери. Вот. Возьми это в залог. Если я выдам тебя, у меня все волосы вылежат. А волосы для женщины самое дорогое. Как грива для льва. Думала, она умерла. Почему ты так подумал? Я не знаю. Слушай, держи свои страхи при себе. Похорони их глубоко-глубоко. А здесь ни слова, ты понял? Понял? Подожди. Ты прости меня. Прости. Просто время здесь течет очень медленно. Слава Богу, что она еще может мечтать. Она спит. Ты не спишь? Но? Нет. Садись. Я испугался.
Чего ты испугался? Тишины. Да. Кто это? Сова? Нет. Это сова. Сипуха. У совы голос более пронзительный. Ну, пошли. Сова. А это кто? Мышь? Нет, это Соня. Любимое блюдо римлян. А теперь они едят друг друга. Это похоже на зов о помощи. Вот, послушай. Слышишь, река? Ты слышишь шум воды в камнях? А вокруг столько еще других звуков. Лягушки квакают. Форель прямо высунулась из воды. Поезд. Лиса. Собака у лягарек. А соловьи тоже ночью поют? Нет. Соловьям нужен свет, солнце. Вот видишь, если немножко постараться, то ночью можно много услышать. Ну, то, чего ты не видишь. Вот почему иногда нужно сидеть тихонько-тихонько. Давай, а то мы опять опоздаем. Они выглядят как все. Это они только так выглядят. Ты едешь? Нет, спасибо. Я на велосипеде. Жоржи, мы елку украшаем. Sie warten hier, ich bin zurück in 15 Minuten. У нас звезда до самого потолка. И куча разноцветных игрушек, и гирлянды, красные, золотые, серебряные. Я не считал, но их, наверное, больше сотни. А еще у нас были ангелы, но мама их в Париже забыла. Поэтому она вырезала разных животных, овечек и слонов. А еще у нас есть Дед Мороз и куча подарков. К тебе Дед Мороз тоже придет и подарок принесет. Это сюрприз. Что ты здесь делаешь, Клайна? Я с другом разговариваю. С другом? Да. Он живет под домом. Под домом? Да. Но он не умеет разговаривать. Он живет с мышами. С мышами? Животное? Он больше. Он как волшебная мандрагора или бенгальское привидение. Волшебное или привидение? Привидение.
Его никто никогда не видел. Невидимка? Да. Только я могу его видеть. А по ночам он выходит в лес. Но по ночам темно. Ничего не видно. Да, а он видит. И у него глаза горят. Они вот такие. Пошли. Ты замерз. Хозяин? Хозяина нет, он ушел. Когда он вернется? Кто же его знает? Он никогда не говорит, вернется, не вернется. Опять слекла. Война. Тебе повезло, это не та война, что раньше. Если бы ты застал великую войну. А папа? Он сказал не ждать его. Он, наверное, с черным человеком. Кто это? Ты никогда о нем не слышала. Франсуа, сядь на место, ешь. Минутку. Мне нужно поговорить с вашим мужем. Добрый вечер, месье Донди. Спокойной ночи. Что-то случилось? Кто-то проговорился. Он приказал продезинфицировать подвал. Дал нам 48 часов.
Кто-то проговорился. Но счастливого воскресенья. Да. Ничего. Хотел посмотреть, что тебе отсюда видно. Только немного. Да, немного. Я еще не оделась. Это свитер моего отца. Теперь они уже не так боятся. Они говорят, что твой отец Дед Мороз. И что здесь, под домом, нам бояться нечего. А ты когда-нибудь боишься? Иногда, но не всегда. Вам надо уходить, я выведу вас к границе. А ты что здесь делаешь? Нет, останься, ты нам поможешь. Я подгоню машину. Извините, что так получилось. Жоржи, не стоит, ты одевайся скорее. Это для твоих птичек? Для моих птичек? Нет, мои птички давно улетели. Без вещей. Моя жена все спрячет, сохранит, вы не волнуйтесь. Пожалуйста, пошли. Пошли. Путешествие будет не очень удобно. Это далеко? Часа три. Девочка, девочка этого не вынесет. Она поедет со мной. С двумя детьми будет проще. Малышка, смотри внимательно по сторонам, а потом нам расскажешь. Хорошо? Себе это подарок. Спасибо. Можно маму увидеть? На минутку. Все, поехали.
что, папа? Она твоя сестра, вы деретесь. Потаскай ее за волосы, так, чтобы было больно. Ну давай, давай, Франсуа, давай. Перестань! 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 Документы? Ваши дети? К сожалению, мы уже три часа едем, они совсем извелись. Куда вы едете? Хочу отвезти детей. Хорошо. Проезжайте. Спасибо. Пропустите. Я сделал ей больно, папа. У тебя не было выбора. Мне было больно. В следующий раз я нагло подстригусь. Тогда ты будешь похожа не на цыпленка, а на яйцо. Ты слышал? Что? Привет! Привет! Привет, Эхо! Если бы Эхо из Испании долетело до тебя, мы бы с тобой разговаривали. Привет, Франсуа, это Жоржа, как дела? А ты бы отвечал: привет, Жоржа, у нас все хорошо. Красиво в Испании, совсем как по телефону, волшебному телефону. Может, так и изобрели телефон? Нет, глупый. Дети, пора. Мы будем спать на ферме? Вы останетесь здесь. Ждите меня на ферме вместе с мальчиком. Далеко еще? 2-3 километра. Если все будет хорошо, я вернусь через час. Счастливо вам, Густав. Спасибо за все. До свидания. До свидания. Идем.
Наши уже добрались. Ты знаешь, кто проговорился? Нет. Даже не скажешь, что сейчас война. Ну, тогда не скажешь. Месье, добрый вечер. Добрый вечер. Да, я понимаю. Они молоды, дом далеко, а сегодня Рождество. Не беспокойтесь, завтра мы уедем. Уедем далеко. Но на наше место приедут другие. Я должен вас предупредить, те, кто придет вместо нас, еще более щепетильны в вопросах гигиены. Шутштаффель подарка вам не сделает. На фронте все спокойно. Ситуация под контролем, гражданский в твоей комнате. Наконец. Иди, я посторожу. И скажи матери, что мы уже вернулись. Сволочи, стреляют по кувшину. Наконец-то. Мальчик мой, мальчик мой, сердечко мое. А папа? А папа? Он на лестнице сидит. Я видел в саду голых мужчин, а на люстре женщины. А? Да. Мы были счастливы здесь. Какое прекрасное время.
и дети. Они должны расти на природе. Я всегда об этом мечтала. О большой семье, как в книжках. А почему бы и нет? Потому что дети вырастают. А я хочу научить их думать, чтобы они не поддавались никаким влияниям. А для этого нужно жить в большом городе. Только в больших городах можно отточить. Тогда зачем мы приехали сюда? Мы бежали от войны, но теперь она повсюду. Она растекается, растекается, как большое грязное пятно. А сейчас оно доползло до моего дома. Я снова вымою его, вычищу, выкрашу. Только не после изнасилования. Об этом я как-то не подумал. Как ты говорил, прекрасное прикрытие. Я так говорил? Он хочет вернуться в Париж. Прекрасная мысль. Меня спрячешь. А это не опасно. Да ты что? Мама не умеет машину водить, мы могли бы вместе поехать. Ей надо дом запереть. И потом надо же кому-то прибраться. Мы там такой разгром оставили. Мы не оставляли. Ну да, конечно. Да. Про Эрцбергов. И я сказал про них, мадам. Я знаю. Мы часто говорим лишнее, чтобы понравиться хорошенькой женщине. Но даже хорошенькие женщины умеют держать язык за зубами. Мадам Руссель не предательница, она хороший человек. Ну, просто немножко легкомысленно. Папа, а кто же тогда предатель? Я не знаю. Но он подонок. В войну такие встречаются. Рано или поздно мы узнаем. А я не подонок? Нет. Ты просто маленький мальчик с разбитым сердцем, который едет обратно в Париж.
Ты помнишь Париж? Немножко. Он красивый. Ты сам увидишь, это самый красивый город. Мы когда-нибудь еще увидим Жоржа? Обязательно. После войны она вернется. Обязательно вернется. А когда это, после войны? Этого я не знаю. Но же, в 9 лет все плохое быстро забывается. Остается только хорошее. Отец был прав. В 9 лет все плохое быстро забывается. Но я знал, что я прощаюсь со своим детством. В Париже я пошел в школу. Антуан ушел на фронт. Про Эрцбергов мы никогда больше не слышали. Жоржи. Однажды я увидел девушку, очень на нее похожую.